Туркменистан сегодня впервые отметит День независимости на месяц раньше обычного. С этого года главный праздник перенесли на 27 сентября. Основные торжества начнутся в столице страны Ашхабаде с возложения цветов к монументу независимости. А вечером жителей и гостей столицы ждет праздничный фейерверк с национальным праздником Днем независимости. Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.